Открываем и. И тут ЦАП, хорошо. 101 залетает на базу. Англия. ПЗ. Все, окера карточка есть. Здарова, друзья, с вами Латкобуса. Сегодня я совместно с вами пооткрываю все самые топовые наборы зала легенд, которые у нас доступны в игре. Прежде чем я начну, я напомню каждому из вас, если вы от меня хотели бы бесплатно получить абонемент зала легенд с карточкой АКК-98, а также 1500 ФК-поинтов, набирайте ровно 25 тысяч просмотров за сутки, и без проблем я смогу вам разыграть этот абонемент, либо же набор, который у нас доступен в игре, сейчас вам покажу. У нас есть набор 96 по 101, два таких пака вам разыграют, так что покажите от себя максимальный актив. Либо два набора 96 по 101, или же звездный абонемент. Жду от вас максимальный актив, чтобы вы прямо от души показали, на что вы способны. С вас обязательно палец вверх, написать в комментариях, какой из наборов вы от меня хотели бы получить, но обязательно, чтобы ваш комментарий содержал ровно 3 слова. Можно больше, если, конечно, захотите. И обязательно вам нужно открыть ваши подписки на YouTube, подписаться на мой YouTube канал и подписаться на мой Telegram канал. Что-то из условий не сделали, сори, придется отдать другому человеку ваш приз. Только подписчики моего Telegram канала сумеют получить подарочки. И все результаты всегда находятся у меня в телеграм-канале Влад Капуста, ссылка на него находится в описании. Но я напомню каждому из вас, если вы испытываете проблемы с покупкой звездного абонемента, FK-поинтов, то все покупается официальным путем через меня, через мой магазин. У меня в магазине вы для себя сумеете найти обновленные двойные пополнения. Например, вы покупаете 1000 FK-поинтов, на выходе получаете 2000 FK-поинтов. Купили 2000 FK-поинтов, на выходе получаете 4000 FK-поинтов и так далее. Все самые основные акции, которые у нас доступны в магазине, вы их без проблем сумеете найти в моем магазине. Ссылка на него находится в описании. После вашей первой совершенной покупки вы еще получаете гарантированно от меня подарок. И в дополнение к своему магазину в Телеграме я еще и открыл свой сайт. Ссылка на него также находится в описании. Обязательно им пользуйтесь и получайте все самое лучшее от меня, как всегда. Все делается для вашего удобства. Ну а я с удовольствием ожидаю ваш заказ. Все ссылочки находятся в описании. А мы, друзья, пожалуй, начнем с того, что у нас добавлены наборы 96 по 101, где выпадает карточка Канаваро, Роналду, Бергамба, Райкарда, Мухаммеда Салаха, Рамиреса, Аспилькуэты, Карима Бензема, Эсьена, Чеха, Кина, Оуна, Ван Перси, Джинолы, Иммобилы и так далее. Вот дальше уже не особо интересные игроки идут, конечно, есть топовые, но вот хотелось бы карточку 101 рейтинг Роналду получить. Вот прям, ну, очень хочу вас всех обрадовать. У него характеристики такие бомбические, даже на карточке 98 у него статы нереально крутые, как для нападающего. Поэтому, ну, прям от души рекомендую. Я играл карточкой Роналду очень долгое время. Если повезет, я просто буду радоваться этой жизни. Я его 100% буду закачивать. Мне нужна карточка Салаха и Роналду. Ну и Канавару тоже подойдет. Бергампа нет. Райкарда... Ну, 50 на 50. Вроде бы неплохо было бы, чтобы я карточку Райкарда выбил. Давайте пробовать. Первый набор за 500 FK-поинтов, 96 по 101. Вам такие наборы тоже буду разыгрывать у себя в телеграм-канале Влад Капуста. Там, кстати, часто тоже для всех вас делаю розыгрыши. Так что обязательно присоединяйтесь. Я сегодня, если вы покажете хороший актив, запущу розыгрыш и разыграю, ну, штук 5 таких наборов. Главное, чтобы показали себя хороший актив. Обязательно участвуйте. Мы открываем первый набор, 1 миллион монет. Во втором наборе что мы увидим? Бонусный рок непродаваемый. Тут красивейший эффект меня ожидает. Надеюсь на то, что сейчас вот будет Бразилия. Аргентина. Цапник. Не, ну здесь походу ничего годного не будет. Но, бляха, эффект настолько красивый. Очень красивый эффект. Ну прям ни с чем не сравнится. Есть Спортс, поработали прям от души. Я надеюсь, то, что 25-й версии FK Mobile игрок будет выбегать и там какое-то празднование показывать нам. Ну, было бы очень сильно. Такой себе пак, ни о чем вышел. Идем дальше. Я так понимаю, 101-го рейтинга игрока получить супер сложно будет. Но я пробую. Бонусный игрок непродаваемый. 96 по 101. Да ну, здесь точно не будет ничего годного, аль-хиляль. Ай-яй-яй-яй, 98-й. Не, ну, кстати, хорошо, но... Но непродаваемый, как ни крути. И 98-й вратарь мне не надо. Откроем набор 95 по 101 за 3000 самоцветов. Надо открывать этот пак.
А вдруг затащу 100 тысяч монет? Открываем дальше. Открываем и... Нап, нет, скотина, чуть-чуть не то. Иммобил 98, конечно, хорошо. Но, блин, чуть-чуть не то. Я подумал, то, что сейчас карточка Канаваро залетит ко мне в составчик. Открою набор 96 по 98 и заберу две карточки Маскирано. Новый промокод, с помощью которого вы сумеете получить бесплатно набор самоцветов, либо же набор игроков, я постараюсь сбросить на следующей неделе во вторник, либо же через неделю во вторник. Событие 100% новое, еще одно дополнительное выйдет, и там я вам сброшу промокод у себя в телеграм-канале Влад Капуста. Поспешите, потому что все промокоды у нас ограничены по времени. Честно, я даже не знаю, какую карточку я сюда хочу, мне никакая карточка не нужна. Будем объективными. Так чисто, пускай будет. 100 FK-поинтов, хотел сказать 100 тысяч, но... Если бы. Блин, ну эффект, ну... О, азарчик, охренеть. Красиво, круто, мне нравится. Сульшера, карточка Кэмпбелла, Мертенса, Педро, Ягаспаса. Есть достойные игроки, надеюсь на то, что карточка Кумира выпадет. Пум-пуру-пу-пу-пу-пуп, покупка завершена. Мне не жалко вам тоже такие наборы разыграть, но главное, чтобы вы показали максимальный актив под сегодняшним видосом и подписались на мой телеграм-канал Влад Капуста. Испания, но не то. Ну, вроде неплохо, но не то чуть-чуть. Педро, карточка, 97. Дорогой, однако, набор по цене вышел. Но вообще, вот эти вот наборы, когда все подорожало очень сильно, мне не нравится. Стоимость новая. 1000 FK-поинтов, прикольный набор. Ради FK-поинтов, ради того, что вы две карточки Маскирано забираете, стоит вам покупать этот пак. Вот чисто ради этого. Ну и плюс еще три карточки получаете, которые закиньте в обмены. Ну, вполне достойно. Ну, ЦФДшник это прям вообще дичь, блин. Но главное, чтобы премиального кумира Ван Перси мы смогли получить, это уже хорошо. Но нету такой радости. Если бы я мог бы его продать, тогда бы радости было, ну, полные штанишки. А так мы заберем карточку Маскирано бесплатно, две штучки. Показать все сразу. Замечательно. Маскирано нужен, поэтому купил набор. На своем втором аккаунте открою два набора 96 по 101 по 500 FK-поинтов. Я очень хочу затащить одну карточку 101-ю. Роналду либо же Канаваро. Поэтому пытаемся, пробуем. Хочу вас оставить с годным контентом. Бонусный игрок, непродаваемый. Давай, Бразилия. Нет, ну шансы у вас есть, отличнейшие шансы на топ-карточку, но не такие как... Перешедшая карточка 97. Хорошо, надо как-то выбить Канаваро, либо же Роналду. Давай. Вот прям надо. Экранчики зелененького цвета. Сейчас, после этого. Пока засветитесь. Вот надо, чтобы флаг Бразилии был. Надо. Испания. На. И здесь у нас 97, Ягаспас. 200 FK-поинтов. Давайте 3000 самоцветов потрачу. 95 по 101. Прикиньте, если в этом паке Роналду сейчас засияет. А такое может быть. Потому что в таких паках чаще всего годнота выпадает. Нидерланды, ЦФД, ЦОП. Ну, какой у нас рейтинг будет? 95-й? Нет. Есть два набора 92 по 101. Знаете, что сделаем? А давайте мы их откроем. Еще и продаваемый выпадет. Я охренею, если выпадет. Вот прям я охренею. Это будет похоронка. Нет. И один еще набор открываем. Тоже нет. Еще и та же самая карточка. Есть набор за... Ну давайте за 4000 самоцветов потрачу 91 по 101. Да тоже нет, ну что-то вообще прям не везет. Осталось ровно 47 минут до выхода события Зала Легенд. Пооткрываем с вами наборы. Я думаю то, что в начале Зала Легенд я вставлю для вас видос, а после этого Евро 2024 наборы 99 по 101, чтобы вы кайфанули прям от души.
1000 ФК-поинтсов. Давайте пробовать, узнаем, насколько я фартовый и есть ли шанс то, что я смогу выбить карточку испанца сотого рейтинга ПВ. Ямаль. Жду тебя в наборе, мне ПВ толковый нужен, хотя Мухаммеда Салаха ПВ карточка тоже нужна. Испания, давай ПВ. Цап, хорошо. 101-й залетает на базу, добро пожаловать, Таня Ольма карточка, но у меня есть Мусиалу, который я качнул. Что теперь делать? Что теперь делать? Вопрос тупо на засыпочку. Непродаваемая карточка 101 выпадает в самом первом паке. Ну бляха, ну скажите, что это не везение. Вопрос, я вот только качнул карточку Мусиалы. Как быть? Я не знаю, я вот... Ну из-за этого сейчас в огромнейшем замешательстве. У меня есть карточка Мусиалы сотая. Блин. Надо будет сравнить их. И я вот теперь не знаю, как быть. Окера карточка. Вот мне на деле нужна карточка Окера и нужна карточка Ямаля. Вот это вот будет просто комбинейшн от души. Тратим. 1000 ФК-поинтсов. Второй набор. Монетки. Здесь неинтересный факт. А в этот раз все что угодно. Вот если Испания ПВшник будет, это просто будет. Франция, давай. ЦЗ. Но нет, меня на карточка вот прям вообще ни туда, ни сюда. Не нужна мне эта карточка. Ай, бичара выпал. Бляха, ну я, кстати, достаточно интересный игроков всего повыбивал. Я вам сейчас нарезочку покажу, вы просто скажете, Владосик красавчик. Но не смог выбить вот основную карточку. Пока что еще Ямаля. Надеюсь на то, что смогу. Хотя бы центрального защитника сотого тоже было бы прям на уровне, мне кажется. 10 тысяч монеток. И в этом наборе, как всегда, боремся за карточку сотую ПВ. Я охренеть, если ЛВ сейчас выпадет? Франция, ну ЦЗ. Да ёб твою мать. Ай, блин, нет. У меня этих карточек меня настолько, что я хз, что с ним делать. Заходим в события Евро-2024, лучший состав Евро. И будем открывать с вами набор 99 по 101. Я не смог выбить всех игроков. Вот просто не везет почему-то, я не знаю. На... В своем втором аккаунте и у подписчика открывал, мне выпадала карточка Ямаля. Не один раз, а два раза выпала. На основе, да, размечтался Владосик, конечно. Ямаля получу, да. Здесь вопрос, давайте его закинем. ЛЗ Мусиалу как-то жалко, давайте две карточки Карвахаля закину. И вот так вот. Одна карточка Карвахаля, вторая карточка Хаверца. Здесь, блин, 97-й хотят. Нет. Давайте открою еще один набор, может быть 94-х выбью, парочку паков открою. Просто не особо хочется 96-х отдавать, они мне еще для дополнительного времени пригодятся. 3000 самоцветов потрачу, 94 по 99, ну, вариков нету, приходится. Хорошо, открываем этот пак. Я охренею, если сейчас выпадет карточка, когда биста. Нет, ну здесь точно не бис, хорошо. Все, как и я рассчитывал. А, вот стоп, я не забрал. 94 по 98. Открываем, прямо сейчас же, открываем. А стоп, это продаваемые карточки вроде бы. Бельгия. ЦПшнику? Не, ПВ. Ну, тоже достойно, но не так, как мне супер хотелось бы. 96 доку. А интересно, продаваемая ли карточка? Да, продаваемая. Нихера себе, 30 лямчиков. Добро пожаловать на базу. Вот так вот сделаем. Я вас должен оставить с годным контентом. Не могу без годного контента вас оставить, поэтому мы открываем набор обмена 99 по 101. Просто вот никак вас не оставить без контента. Англия. ПЗ. Все, Окера карточка есть. Блин, красота. Наконец-то я выбил то, что мне надо было. Лаудрупа карточка, все, твое время пришло, мы с тобой прощаемся. Когда Окера карточка попадает, ну это все, это зачетненько. Давайте еще раз попробуем, уже напоследок. Главное, Роналду не закидывать. Так, Криштиану есть? Хорошо. Стоп. Вот так вот делаем. Стоп, ты куда, дружище? И вместо Райса давайте мы его карточку. Так, лишних никаких игроков не закинул. Вроде бы нет. Вроде бы все четко. В
Все делается ради того, чтобы я в конечном итоге Ямаля карточку получил. Вот прям очень нужна эта карточка. Надеюсь на то, что я смогу его затащить. Франция. Нет, вратарь будет, сука. Все. Быстро нужно успеть сделать обмен на карточку 99 по 101, потому что осталось ровно 9 минут для того, чтобы я успел это сделать. Лучший состав евро. Перейти к обмену, и мы сейчас постараемся выбить беста. Беллингема карточку я ни в коем случае не забрасываю. Давайте Аканджи. Здесь Фоден, ну не особо тебя хочется отдавать, но Пауло Дибалу мне не жалко. Подтвердить. И здесь тоже не жалко игроков. Нажимаем на обмен. И вот мы сейчас узнаем, насколько я фартовый человечек. Ох. Набор евро, открывайся. Испания, появляйся. Франция, ну, вполне достойно. 99-й, конечно, вратарь, но не то. Чуть-чуть не то. Миньяна карточка. У меня есть достойная карточка Шмейхеля. Менять его на Миньяна я не знаю смысла. Я думаю, то, что нету никакого. А что вы скажете? Перейти к обмену снова. Быстрое добавление. Беллингем, ну не хочу тебя закидывать. Вот прям вынуждают и вынуждают. Давайте вот его закинем сейчас. Дов БК карточку не хочу тоже. Давайте вот так вот сделаем. И здесь мы закинем вот эти вот две карточки. Так, хорошо. 7 минут ровно осталось. Пожалуйста, если можно, Испания. Вот прям очень надо. Прошу тебя, вот просто я прошу. Еще подвисает набор почему-то. В такие вот моменты нельзя, чтобы подвисала Испания, пожалуйста. Главное, не Швейцария. Честь, хорошо, давай. Цепах. Четко все ухеренно. Но мне ЦП не надо. Фабиана Руиза, карточка сода. Хотя стоп, мне ЦП надо. Надо. Я забыл то, что у меня ЦП нету топовых. Не, ну у меня есть карточка Зинедина Зиданчика. Но блин, это придется мне его карточку менять. Аллилуйя. Я вначале думал, блин, а ЦПш мне не надо. А потом думаю, да, надо все-таки, охренеть. Это у меня сотовый рейтинг ЦПшник будет Фабиан Руиз. Охренеть. И стоп, давайте мы еще один обмен сделаем, то есть два. 94 по 99. Забрасываем. Давайте даже быстрое добавление сделаем. Главное маскирану не закинуть, потому что это будет эпик фейл. А наны карточку, ну... Давайте Райса лучше. Здесь абсолютно любой игрок может быть 99-й выпадет мне. Вот карточка Криштиану пипец нужна. Португалия. Вот сейчас появись. Хробы португалец тут выпадает. Нет. Второй раз ЦП выпадает, но мне ЦПшник уже не надо. 97-й даже. Ой, блин, ну бесты есть. Прям очень хорошие карточки здесь находятся. Поэтому давайте пробовать. Все ради Криштиану Роналду карточки. Я бы его в состав на изи поставил бы, вот прям он ферил бы, 100%. Маскерану ни в коем случае не закидываем. Фернандо Торреса даже закину, хрен с ним. А не, Фернандо оставлю. Обмен. И что будет в этом паке? Так, давай. Да что это за лаги такие? В 3:55 ночью? Подвисает почему-то. Нет, Австрия, все потеряно. Ничего годного здесь не будет. Нападающий. И у нас есть еще обмен 94 по 99. Давайте мы его тоже произведем. Блин, ну не хочется отдавать. Ладно. А не, стоп, блин, 97 может быть не пригодится. Давайте так, хорошо. Не хотелось это делать, но придется. Ради обмена, почему бы нет. Давайте уж. Надеюсь на то, что не зря закинул. Испания сейчас выпадет. Нет, Румыния. Правый защитник. Снова возвращаясь к этим обменам в надежде на то, что я смогу выбить карточку Ямаля. Мусиала карточка у меня уже есть, карточка Вильямса у меня есть и карточка Фабиана Руиза тоже я смог выбить. Ну и Аканджи и Миньян особо здесь не считается. Поэтому давайте двигаться дальше. Уокера карточка, либо же карточка Кукурели мне пригодилась бы 100%. Кукурелья, пожалуйста, хотя бы ты уже. Быстрое добавление, вот вечно хотят, чтобы я закинул карточку Беллингема. Возможно, стоит взять и закинуть его карточку? Забить на все принципы, Фодена закинуть тоже. Стоит ли? Не знаю. И в этот раз я надеюсь на то, что я смогу удивиться в хорошую сторону от того, что меня сейчас здесь будет ждать. Испания, вот Испания нужна здесь. Франция, Цезарь.
меня, походу, все выпуски будут с тем, что мне меня на карточка выпадает. Хорошо, давайте поменяем все, хрен с ним. Закину хороших игроков, проверим. Может быть, так я смогу выбить топ-карточку? Я уже не знаю, на что рассчитывать. Давайте Беллингема закинем. 99-й Беллингем. Фоден. Родриго карточка. Хорошо, я буду пробовать. Хрен с ним, я попробую. Я попробую. На самом деле, это жесткий байт на то, чтобы мы закинули всех наших топовых игроков в эти обмены. Да ну ёб твою мать. Ай, блин, ну дичь. Просто дичь. Аканджи карточка 99-я. Все равно, каких игроков ты сюда закидываешь, дерьмо выпадает. Вот ничего не меняется. 94 по 99. Может быть, этот пак стоит обменять. Так, Генри карточку. Маскирану карточку ни в коем случае не забрасываем сюда. Давайте уже так сделаем. Ну, Модрич я не особо хочу. Вот так вот подтвердить. Здесь у нас 94 по 99 игрок будет выпадать. И есть шансы выбить карточку Килиана Мбаппе. Есть шансы выбить карточку Криштиану Роналду. Давай, Португалия хотя бы здесь. Польша, ну нет, ну, нап. Левандовский карточка. Какой у него рейтинг? 90... А, Милик вообще, ё-моё. Походу, мне надо забить на эти паки. Вот прям, ну, очень все плохо. Я не пойму, почему такая дичь выпадает. Хотя бы одного, просто одного топ-игрока, и все. Большего не надо. Одну карточку 99-ю. Вот просто одну 99-ю. Криштиану Роналду. И все. Испания. Цапник. Блин, круто, здорово, но мне цапник с Испании, Дани Ольмо, не нужен. 98-й. Мне бы его карточка 101-я приодилась. А вот 98-я, ну такое себе. Ни туда, ни сюда точно. Так, Мусиалу карточку смог получить, Нико и Фабиана Руиза. Родри карточка не продается, хорошо. Лучше так сделаю. Точно это будет намного выгоднее. И Фернандо за карточку. 460 жетончиков. Друзья, я очень надеюсь на то, что вам понравился сегодняшний видос. Обязательно его лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, принимайте участие в халявном розыгрыше звездного абонемента, либо двух наборов 96 по 101. Покажите себя максимально актив. Но только подписчики моего YouTube канала, а также Телеграма сумеют принять участие, потому что в Телеграме будут находиться результаты для всех вас. С вами был Костя Шалат Капуста. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!